Фестиваль «Апарте» проводится у нас в этом году 4-й раз. В этом году он посвящен 185-летию с первому полному изданию романа в стихах Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Обычно мы отбираем для конкурсного этапа 10 коллективов, участников. Ну, в этом году так сложились обстоятельства, что экспертный совет не смог друг друга переспорить. Выбрали 11 коллективов. Заочный этап прошли у нас иногородние участники из Перми, из Омска, из Междуреченска и из села Лесное Алтайского края. Единомышленников, вот чего мы ждем каждый раз, что повезет, и мы познакомим еще с одним, с двумя или с тремя коллективами, которые думают так же, как я, относятся к этому делу так же, как мы, я и мои ребята относятся к этому делу, также и серьезно, доказывая, что профессионализм заключается не только в дипломе, но и прежде всего в отношении к делу и к саморазвитию своему. Что такое театр? Это место для талантливых людей, не актеров, людей, детей. Я совершенно искренне убежден, что все люди на свете должны обязательно заниматься актерским творчеством. Я убежден, что театр — это не просто искусство или время какое-то провождение, удачное, развлекательное, наполненное, да, содержательное, а это и вот то, что умным языком мы скажем, экзистенциальная, жизненная потребность человека.